Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости Анапы регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Встреча поколений. Самые юные анапчане поздравили ветеранов с Днем Победы. Новые тимуровцы по-новому. Молодежное движение творцов добрых дел в Анапе набирает обороты. Путевые заметки или чем живет Анапа. Отражение жизни курорта в уникальном журнале. Сегодня Анапа отмечает 6-ю годовщину присвоения курорту почетного звания «Город воинской славы». 6 лет назад указом президента за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Анапа была внесена в список городов с особым статусом. С тех пор 5 мая для курорта и всех его жителей – особенная дата. Стела города воинской славы сегодня одна из основных достопримечательностей курорта. В 2011 году Анапа получила это звание. С тех пор она занимает 31-ю строчку в этом почетном списке. Это заслуга тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашего города и внес большой вклад в освобождение нашей Родины, нашего края. Сегодня мы должны помнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Сегодня мы должны помнить, какой ценой завоевана наша свобода. В 1942 году на Анапскую землю пришли немецко-фашистские захватчики. И в течение года город находился в оккупации. Героизм воинов Красной армии, моряков-черноморцев и бойцов партизанских отрядов, которые они проявили в боях, сегодня это история Анапы. Ее берегут, изучают, на ней воспитывают подрастающее поколение. Именно с этого, уверена Татьяна Глухова, и начинается Родина. Для нас, для кубанского казачества, для подрастающего поколения, Родина начинается, во-первых, с патриотизма. Потому что казаки – это защитники Отечества. И мы своих детей воспитываем в духе защиты Отечества. Каждый на своем поприще. Кто-то, может быть, станет военным, врачом и так далее. Но они должны быть осведомлены о том, что они работают для своего Отечества и прославляют именно его. В рамках торжественного митинга состоялось и еще одно событие. Присягу приняли юноармейцы. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянемся! Клянемся! Анапа готовится к празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия пройдут 9 мая. В 10 часов на главной площади курорта состоится парад войск. Там же пройдет общегородская патриотическая акция «Шествие «Бессмертный полк», принять участие в которой может любой родственник фронтовика. Для этого необходимо изготовить портрет ветерана в формате А4. Колонна «Бессмертного полка» будет формироваться у русских ворот в 9:30 и проследует по Театральной площади. Там же в 11 часов начнется праздничный концерт в честь Дня Победы. А в сквере Гудович в это время развернутся интерактивные площадки и полевая кухня. Завершит мероприятие концерт «Бал Победы» и праздничный салют в 20 часов на Театральной площади. А накануне 8 мая в 20:30 в сквере Боевой Славы зажжется огонь памяти. Это традиционная патриотическая акция, когда анапчане зажигают тысячи свечей в память о героях, не вернувшихся с войны. По силе эмоционального восприятия это одно из самых запоминающихся мероприятий в честь Дня Победы. Огонь памяти пронесут по центральным улицам до морского порта. Там состоится церемония возложения бескозырки и венка на воду. От лица молодежи города воинской славы приглашаем вас посетить торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Великой Победы. С 1 по 9 мая будет проходить акция «Георгиевская лента». 8 мая будет проходить факельное шествие в сквере Боевой Славы. 9 мая весь день будут проходить различные торжественные,
развлекательные мероприятия, посвященные этому знаменательному празднику. В канун 9 мая часто говорят о помощи, оказанной ветеранам Великой Отечественной войны. Но зачастую эта помощь важнее не к празднику, а тогда, когда она на самом деле необходима. Среди тех, кого не надо уговаривать помочь, известный предприниматель нашего города Александр Азарян, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Старт». Этим не кичится, а просто продолжает делать свое дело успешно и эффективно. Доска почета с именами лучших работников предприятия встречает каждого, кто входит на территорию ООО «Старт», а также зеленые лужайки, чистенькие автобусы, прохлада фонтана у беседки. Все это прекрасно соседствует с современной станцией технического обслуживания и павильоном технических осмотров. Впечатляет и диспетчерская, где маршрут движения каждого автобуса на линии можно отследить в реальном времени и в записи. Здесь строгие требования к внешнему виду водителей и к дисциплине. На вопрос о секретах такой организации труда предприниматель Александр Заряна ответ знает точно. Самое главное – не лениться, работать, трудиться, трудиться и трудиться. Помогать людям – это святое. Слаженный коллектив должен быть. У нас хороший коллектив водителей, профессионалы. Постоянно обучаем их. Работают на линии все в чистых белых рубашках, ездят. Вот сейчас 9 мая мы запускать будем уже белая форма одежды с логотипом. Александр с того времени, когда после армии парни сразу шли учиться и работать. В пассажирском автотранспортном предприятии «Анапа» Азарян работал водителем автобуса. В душе же всегда был уверен, что откроет свое дело и будет его делать так, что им будут гордиться люди. Александр Мартиросович из тех предпринимателей, кто активно помогает городу и самым простым людям. Когда во время тушения пожара пострадала квартира ветерана Великой Отечественной войны, свою помощь ему предложил Александр Азарян. Азарян Александр, который действительно человек души, человек благородства, человек, который действительно болит душа за тех, кто немощный и больной. Международную премию признания на форуме «Россия. Территория эффективного предпринимательства» он получал наравне с известными актерами и композиторами, знаменитыми космонавтами. Георгий Гречко справедливо заметил на торжественной церемонии. Награждаются люди разных профессий, потому что я ценю человека не за престижную профессию, а за то, как он ее выполняет. Анапских ветеранов поздравили самые маленькие жители курорта. Детский сад «Виктория» организовал настоящий праздник для почетных гостей. Ребята из подготовительной группы по-взрослому отнеслись к серьезной теме. В их исполнении звучали фронтовые песни и стихи, а танцевальные группы покорили зрителей своим артистизмом. Вместе с хором песню «Казаки» исполнила почетная гостья. В этом году Галине Брониславовне исполняется 88 лет. Несмотря на почтенный возраст, она полна сил и с удовольствием поет фронтовые песни. Во время войны она работала санитаркой в госпитале при школе. Рассказывает, бывало, раненых лечили не только медикаментами, но и песней. Ее любимая – «Синий платочек». Накануне празднования Дня Победы она всегда ее исполняет на подобных мероприятиях. Говорит, что такие встречи с младшими поколениями для нее – важная миссия. Это очень полезно для детей, потому что действительно у них такие чувства, вот тем более к лицам, кто на фронте был, кто помогал, даже в тылу, вот, что они, у них глазки светятся, и до того это приятно. В садике проходит множество мероприятий, но к этому ребята готовились с особой ответственностью. Слишком серьезная тема, которую, к слову, детсадовцам удалось глубоко прочувствовать. Маленькие артисты поразили зрителей самоотдачей. Материал взрослый, тяжелый, песни такие, прям, ну, да, можно сказать, не детские, да, но, наверное, нужно знакомить детей и с таким материалом, да, потому что это наша история, то есть они должны знать, они должны понимать, они должны гордиться. Концерт, посвященный Дню Победы, получился динамичным и зрелищным. Выступления маленьких солдат и солдаток сменяли казачата под бравые веселые песни. Руководство сада отмечает, что такие встречи поколений играют важную роль в патриотическом воспитании детей. Также в эти дни в каждой группе проводятся тематические конкурсы на лучший рисунок, а воспитатели рассказывают ребятам об истории и героях, чьи подвиги достойны памяти.
Анапчане пополнили ряды новых тимуровцев. Это молодежное движение вновь набирает обороты. Его организовала еще в 2008 году Краевая служба Центра занятости населения. Основная цель проекта – привлечь молодежь к временному трудоустройству. Новые тимуровцы активно участвуют в организованных работах по благоустройству и озеленению города и сельских округов. Вакансии создаются в общеобразовательных учреждениях, на предприятиях санаторно-курортного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Дети, желающие вступить в ряды новых тимуровцев, имеют первоочередное право занять рабочие вакансии. Подростки высаживают цветы и деревья, работают в школьных лагерях труда и отдыха, приходят на помощь многодетным семьям, пожилым людям и ветеранам. Шестиклассники из 17-й школы села Суко принимают участие в этом проекте впервые. Сейчас школьники облагораживают территорию памятника в селе, готовятся встретить День Победы. Наши тимуровцы, они просто помогают детям, они еще и за это получают небольшую зарплату. Вот. Дети работают хорошо, качественно, им это нравится. Ну и как бы сами самоутверждаются, можно сказать. Вот. Нам в этом помогает социальная защита населения и центр занятости. Как признаются сами ребята, им благородная работа в радость. Ведь приятно осознавать, что в таком юном возрасте ты не просто помогаешь, а участвуешь в жизни своего села дружной командой. Просто мне нравится помогать ветеранам. И просто у меня у самой дедушка и бабушка, прадедушка с прабабушкой, были ветеранами. Поэтому я люблю помогать, как-то мне нравится это делать. Мы же делаем всю работу совместно, и этим самым как бы команда сплочается как-то. И мы начинаем лучше понимать друг друга, и мы вместе помогаем. Только в апреле этого года в ряды новых тимуровцев вступили более 35 человек из разных общеобразовательных школ города. Ребята наводили порядок вокруг памятников и мемориальных комплексов. Они побелили деревья, разбили цветочные клумбы, убрали мусор. Ветеранам войны и труда подростки помогли справиться с посадкой картофеля, наведением порядка на приусадебных участках и домовых территориях. И, как говорят в Центре занятости населения, к лету армия тимуровцев должна увеличиться. Патриотическое движение растет. У нас в рамках патриотического воспитания проводятся много мероприятий, в том числе и вот акция «Новые тимуровцы». Свободное от учебы время дети получают зарплату и при этом учатся помогать взрослым. Численность их с каждым годом растет. Если в прошлом году это число составило около 380 детей, то в этом году более 450 детей будет принимать участие. Центр занятости населения города Анапа приглашает несовершеннолетних, желающих получить направление на временную работу, обращаться по адресу: город Анапа, улица Калинина, 12. Телефоны 40911 и 40238. Журнал «Путевые заметки» давно и успешно живет жизнью курортного города, идет туристическими маршрутами, знакомит с яркими событиями, а сегодня готовит к выпуску юбилейный номер. В день кубанской журналистики несколько вопросов автору. Как 70 страниц сделать насыщенными и интересными? И директор, и издатель, журналист, редактор, фотограф – все это Светлана Ковальчук. Она идет в один из санаториев со свежим номером своего журнала. Вот в таком виде наш журнал приходит из типографии. Светлана приехала в Анапу 13 лет назад. Филолог по образованию, преподавала иностранные языки в школе. Спустя еще 3 года увлеклась журналистикой, работала в газете. Тесно было, видимо, в кабинетах сидеть и писать полосы огромные в газету. Вот. И потом главный редактор Нина Ильинична Романа, вот мы с ней вдвоем, вот обеим пришла в голову мысль, она поддерживала меня, я поддерживала редактора, и мы пустились сами вот в никуда, просто пошли, обозначили себе, как говорится, круг, с которым мы будем работать. Вот. Ну, основной вот позиционирование курорта Анапа, там, где мы живем. Это было в 2009 году. Так выглядел самый первый, как его называют, сигнальный номер. В нем мало информации, больше концепция. Аудитория – те, кому не интересно сидеть дома. Идею сразу поддержал композитор Григорий Гладков. Сегодня он входит в редакционный совет. Сначала эмблемой был глобус, но со временем решили, что это не оригинально. Решили, пусть будут ботинки. Тоже вполне себе атрибут путешественника. Пишут о том, где и как можно отдохнуть, об интересных событиях. Таких как, например, фестиваль «Киношок» в новом номере, и про год Греции в России, и про открытие церкви Сурбгеворг в Гайкадзоре. Есть статьи, которые пишут интересные люди, многие из них известные в городе, крае или даже в России. Взгляд на жизнь уже другой, то есть мы не пишем какими-то там штампами, а человек сам, который путешествовал и что-то увидел, он тут же может поделиться, не обязательно дав где-то официальное интервью, а здесь он может, ну так, полегче подать свои идеи,
вот, свои какие-то мысли. И потом вот именно этим своим подходом и участием в нашем журнале, поддержки, они нас тоже как бы продвигают, потому что люди будут знать, что у нас, да, у нас интересные статьи. Журнал можно бесплатно взять в санаториях, кафе, ресторанах, в аэропорту, на выставках и форумах. Выпускается он во многом при спонсорской поддержке. Тиражом 1500 экземпляров от 3 до 6 раз в месяц. В редакции, где сегодня работают 4 универсала, предпочитают не делать выпусков ради выпуска. Сейчас идет подготовка юбилейного 25-го номера. В Анапе начинается яхтенный сезон. Акватория Анапской бухты манит романтиков и любителей морских прогулок. Для них, а также для профессиональных яхтсменов и рыбаков наш следующий сюжет. Все необходимое для оснащения судов можно найти в хорошо знакомом анапчанам магазине «Алмаз» на улице Толстого. Здесь очень широкий ассортимент оборудования, аксессуаров и комплектующих для катеров, лодок и яхт. Якорно-швартовое оборудование, дельные вещи, карабины, скобы, бушки, талреп, а также осветительное, палубное оборудование, электрооборудование, судовая мебель, масла и смазки для лодочных моторов. Причем все в наличии по доступным ценам. Что немаловажно, в «Алмазе» продается и все для ремонта, покраски и ухода за судном. Необрастающие покрытия, стеклоткань, полиэфирная смола и многое другое. Немало среди анапчан любителей рыбалки и отдыха на воде. Для них в продаже лодки ПВХ производства «Риф Англер», которые отличаются высоким качеством и продуманным расположением мест, а также подвесные лодочные моторы различных мощностей производства фирмы «Сиапро». В преддверии летнего сезона становится все более актуальным предложение товаров для обеспечения безопасности на пляже. Это страховочные жилеты, спасательные круги, информационные таблички, ограждения, зон купания и флаги. Также в «Алмазе» в продаже имеется широкий выбор спецодежды. Есть много необходимого, то, что в других магазинах не найдешь. Вот. Ну, цены, в общем-то, здесь тоже такие приемлемые. В прошлом году я тут для катера купил помпу, веревку. Сейчас вот та износилась, еще одну хочу. Ну, присмотрел еще спасательные жилеты. Приобрел двигатель в магазине. Ассортимент хороший, нормальный. Выбор есть. Так что можно здесь покупать. Отдел «Все для яхты катеров» магазина «Алмаз» находится по адресу Анапа, улица Толстого, 138, вход со двора. Телефоны 42763 и 30405. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследование, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.